Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу с вами разобрать и посмотреть фильтр компании Jabra Internal Filter AP115F. Как заявлено производителем, значит, а что, собственно, производителем зазначено? Производитель данного девайса Китай. И, к сожалению, на упаковке не указано ничего. Не указано ни мощность фильтра, ни подъем воды, ни потребление электроэнергии. Поэтому буду обращаться к интернету для того, чтобы посмотреть, какие показатели все-таки производителя заявлены. Итак, что говорит интернет? Интернет говорит, что этот фильтр предназначен для аквариумов до 50 литров. Интернет говорит, что мощность подачи воды до 250 литров в час и с подъемной мощностью до 0,5 метра. Значит, потребление электроэнергии 5 ватт. Это на порядок больше, практически в два раза, чем у фирмы Atman. Ну, давайте откроем и посмотрим, что внутри. Возможно, Jabra нас сегодня чем-то удивит. Значит, внутри инструкция. На удивление, инструкция на русском языке, то есть доступна. И, кстати, вот здесь в инструкции как раз все написано. Потребляемая мощность у нас 5 ватт, производительность 250 литров в час и рассчитана на объем аквариума от 30 до 60 литров. Максимальная высота подъема воды 0,5 литра. Здесь написано рекомендации по установке, уход за фильтром, требования по технике безопасности, собственно, комплектация и гарантийные обязательства. На удивление, даже гарантия на этот фильтр есть. Так, значит, из дополнительных девайсов есть только трубка для обогащения воды воздухом, которая, собственно, крепится вот сюда кверху, вот таким вот образом. Значит, и, собственно, вот так вот выглядит весь этот фильтр. Регулировки направления и высоты подачи воды обратки нет. То есть фильтр работает только в одном направлении, но здесь сделано так, что поток воды будет разбиваться вот таким вот конусом. Значит, на задней части есть 4 присоски. Достаточно маленькие, но в аквариуме мы попробуем, как он работает, и посмотрим, как эти присоски держат сам фильтр на стекле. Значит, разбираем, смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас, друзья, хорошая крупнопористая губка, монолитная, цельная, без дырок, без ничего. Вот посмотрите, это радует. Вот. Значит, фильтрующий объем для такого фильтра, для нанофильтра, для наноаквариума достаточно большой. Я бы даже сказал, побольше, чем у акваэля. И давайте попробуем открыть, посмотреть на ротор и ось. Значит, ротор у нас нестандартный идет. Я таких роторов никогда не видел. Ротор идет на 4 лопасти, и все это стоит на металлической оси. Вот вы видите там внутри. Значит, опять же, разбирается все это очень просто, очень легко. Фиксируется достаточно хорошо. Вот. Вынуть его достаточно нелегко. Я думаю, что отлетать оно не должно. Вот. Ну и, собственно, собирается все это вот таким вот образом. Большой плюс в том, что забор воды идет практически по всей поверхности фильтрующей кассеты. И сама губка будет работать равномерно по всей своей поверхности. Это очень большой плюс. Очень большой плюс. Что нам нужно от фильтра в небольшом аквариуме? В первую очередь это циркуляция воды и собирание взвеси после кормления, ну, чтобы вода была у нас кристально чистой. И, соответственно,
этот фильтр, я думаю, что он должен с этим справляться, потому что площадь поверхности фильтровочной на порядок больше, чем у китайских аналогов. Плюс в том, что если мы будем этот фильтр доставать из аквариума, то все-таки кассета убережет от того, чтобы вся муть, которая прилипла на мочалку, она вся останется внутри этой кассеты. Ну, из минусов, конечно же, стоит отметить то, что все-таки нет регулировки направления. А нет, друзья, прошу прощения, все-таки есть регулировка направления, просто она очень-очень-очень-очень тяжело ходит. Вот таким вот образом. Кстати, да, вот есть, можно направить течение. Ну, это очень даже хорошо. Вы знаете, я к Джебо всегда относился предвзято, а здесь меня этот фильтр порадовал. Порадовал и строением самой фильтровочной кассеты, и объемом, и, собственно, возможностью регулировки потока воды. Ну и еще один плюс, наверное, в том, что все-таки, если приноровиться, сюда можно вставить просто трубку, одеть шланг и использовать этот фильтр как просто как подъемную помпу в тех же полюдариумах и так далее. Ну, к сожалению, в комплекте нет больше никаких насадок. Насадок — это, конечно, минус. Давайте посмотрим, как этот фильтр работает в аквариуме. Итак, друзья, погружаем наш фильтр в воду. Как вы видите, он сухой полностью, я его не погружал еще. И все это дело буду делать на ваших глазах. Вот смотрите, даже не полностью погрузил его, а фильтр уже запустился. Хочу отдать Джебо должное. Ну, давайте погружаем его глубже и посмотрим, как у него с обогащением воды воздухом. Друзья, ну что вам хочу сказать. Значит, с обогащением воды воздухом у этого фильтра все сложно. То есть, вот вы видите, идет шланг. Вот он полностью открыт. И, как вы видите, пузырьков никаких нет вообще. Даже под самым верхом воды пузырьков, друзья мои, нет. То есть, если вы хотите этот фильтр использовать в качестве, скажем так, ну, грубо говоря, компрессора и фильтра, то совместить эти две вещи у вас точно не получится. Присоски у этого фильтра держат так себе. То есть, легко, очень легко отрываются от стекла. Вот вы видите сами, я его прикрепил, и отрываются они очень легко. Ну, напорчик воды достаточно неплох. И, в принципе, свою основную функцию как фильтр, я думаю, он будет делать на твердую пятерочку. Так что, учитывая площадь фильтровочного материала, устройство фильтровочной корзины и мощность самого фильтра, тут уже, как бы, конечно же, решать вам, стоит покупать такой девайс или нет. Честно говоря, лично мне он даже нравится, потому что небольшой, компактный, мощность дает хорошую. В принципе, я никогда не использовал вот такого рода фильтра для обогащения воды воздухом, поэтому как фильтр мне он даже очень нравится. Неплохой аналог польским производителям. Вот посмотрите мощность этого фильтра и мощность Aquaelle. 350 литров в час. Для сравнения. А примерный объем фильтровочной корзины здесь, конечно, поменьше будет, но и цена раза в три поменьше, чем Aquaelle. Друзья, я надеюсь, это видео вам было полезным. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч!